Общегородские субботники на территории нашего муниципалитета уже стали доброй традицией, которая объединяет жителей курорта и ресурсоснабжающие организации. По поручению мэра Анапы в этом году их будет не менее 12. На этот раз, чтобы навести порядок на улицах города, вышли депутаты, школьники, педагоги, активисты органов ТОС, а также жители сельских округов. Этот субботник чем ознаменовался? Сегодня сельские округа наши приезжают к нам в город помогать сейчас очищать сам городской, сам наш город. Да. Потом с ответным визитом, подключая все службы, соответственно, нужно приезжать сельские округа и наводить порядок там. То есть это такая правильная коммуникация, потому что и там застарелых проблем очень много. Потому что на наших субботниках сегодня, помимо того, что мы набираем, мы создаем, так сказать, уют минимальный, мы еще сегодня застарелые свалки, которые есть, мы их тоже локализуем. Сделать любимый город еще чище и краше. С таким девизом участники общегородского субботника проводили уборку листьев, покос травы и сбор мусора. Работа кипела практически на всех городских улицах, а также в парках и скверах. Со мной жители Приморского сельского округа, непосредственно работники нашей, а также администрации, все дружно встали и пошли один за всех и все за одного. Участие в масштабной уборке приняли более 1000 человек. И как итог, общими усилиями анапчанам удалось собрать почти 200 кубометров мусора. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.